Коронавирус, внезапно ударивший по планете в январе этого года, поставил перед учеными всего мира одной из приоритетных задач создания вакцины от опасного вируса. Почти все лаборатории и институты мира стали разрабатывать вакцину. Казанский федеральный университет одним из первых подключился к этому процессу. То есть антитело, оно специфично узнает, например, вирус, связывается с ним, то есть прилипает к нему, и уже после этого либо происходит прямая инактивация вируса, то есть частица больше не может функционировать, либо организм с помощью других компонентов иммунной системы очищает организм от этих чужеродных агентов. Совсем недавно ученые из Института молекулярной и клеточной биологии в Новосибирске получили антитела, способные нейтрализовать коронавирус. Ученые КФУ также выступают в роли создателей антител. Уже есть много публикаций в мире о том, что антитела, которые можно выделить из крови больных, переболевших коронавирусной инфекцией, могут связываться с коронавирусом и блокировать его дальнейшее распространение. Так, в Институте фундаментальной медицины и биологии КФУ ученые уже приступили к первым испытаниям будущей вакцины, пока что на лабораторных мышках. Скоро предварительные данные об испытаниях будут получены, и эксперты продолжат свою работу, чтобы в дальнейшем приступить к испытаниям на более крупных животных. То есть мы ввели животным нашу ДНК-вакцину, и сейчас мы в процессе наблюдения за этими животными. Обычно через 3 недели после введения берется первый образец крови у переболевших животных, вводится еще одна доза вакцины, и еще через 3 недели будет взят еще один образец крови. Это буквально капелька крови, по которой можно будет определить, если выработался ли у животных иммунитет, то есть появились ли у них в крови антитела против коронавируса. Напомним, что ранее КФУ создали тест-полоски на коронавирус. Сами тесты схожи по способу применения с тестом на беременность, с учетом того, что вместо мочи на полоску нужно капнуть каплю крови. Тест определит, заражен человек коронавирусом или нет. Да, мы продолжаем. У нас есть план, мы следуем этому плану, не отвлекаясь на какие-то, скажем так, моменты. Да, с удовольствием наблюдаем за успехами наших коллег, но для нас это в том числе и научная задача, чтобы отработать все технологии, и в конечном итоге наш подход, он отличается от всех других, которые применяются другими группами, и будет интересно сравнить эффективность разных подходов. И пока весь мир продолжает бороться с инфекцией и создавать лекарства, ученые из Института фундаментальной медицины и биологии КФУ четко придерживаются плана разработки препаратов, в том числе благодаря новейшему оборудованию и высококвалифицированным кадрам. Лев Диденко, Ленардо Влетьяров, Универ Ньюс.